Аплодисментами и поздравлениями родители встречают своих чемпионов. Юные спортсмены вернулись с чемпионата и первенства Сибирского федерального округа Федерации боевого самбо России. Иркутскую область представляли 9 бойцов. Это воспитанники клуба смешанных единоборств «Ратибор». И каждый получил медаль. Самый молодой член команды – 8-летний Алексей Киргизов. Для него это первое выступление на соревнованиях межрегионального уровня. Итог – самая быстрая победа, всего 17 секунд, и первое место в своей категории. Я закинул ему удушающий, потом он постучал, и все. За 17 секунд я его победил. А очень сильный соперник у тебя был? Насколько? Ну, не сильно, но 2 удара в грудь нанес. Многие родители впервые отправляли детей на соревнования в другой город. Волновались не меньше самих участников. Нервы были на пределе уже. Ну, потом первый бой скинули видео. Совсем волнение захлестнуло. Ну и потом еще, и все, и победитель. Это было, конечно, что-то с чем-то. Первенство Сибирского федерального округа по боевому самбо прошло в Новокузнецке. Наши бойцы привезли 3 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль. По словам тренера, такого успешного выступления воспитанников еще не было. Для нас это вообще впервые. То есть, если мы выезжали раньше на международные турниры по боевому джиу-джитсу, да, то приезжал у нас как минимум один, почему-то оставался все время без наград. Нынче вот все-таки мы добили и сделали все с медалями. 2 лучших бойца представят округ на чемпионате России по боевому самбо. Их ждут 9 ноября в Санкт-Петербурге. Захар Семенов, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.